Друзья, всем привет! Вы на канале Делай То, Делай Это. С вами Ким. Мы сегодня идем заливать первый этаж, стяжку. В этом виде вы увидите лайфхак, как поднимать тачки с цементом по лестнице. Смотрите внимательно, не пропустите. Погнали смотреть. Вот так выглядит у нас заливка стяжки на первом этаже. Заливаем последнюю часть на данном этаже, потому что было много здесь, как говорится, инструмент, материала. И мы разделили на две части. Здесь у нас уже залито получается. Вот так вот все выглядит. Готовая стяжка. Пару дней прошло. Пока мы крутили на той стороне теплые полы, она уже подсохла. И сейчас вот таким вот образом производим работы. Все у нас по уровню, равняем. Заливку на первом этаже производим замес внизу с помощью бетонной мешалки. Песочек, цемент здесь, вода есть. Все отлично. Мешаем 1 к 4. Вода набирается. Все рядом, близко. И тачками поднимаем по лестнице на первый этаж. Вот так в тачку производится выгрузка нашего раствора. И вот лайфхак вам, как поднять в тачке раствор по лестнице. Цепляем, значит, крючком. Делаем задвижную установочку и с помощью нелегких движений все это у нас поднимается на уровень первого этажа. Ну а дальше мы все видим. Если работник занят, на его место приходит новый, и все дело повторяется вновь. Побежали. Вот таким легким способом тачка с раствором попадает на первый этаж. Ну вот и все, друзья. Последний этап мы залили. Здесь прихожую на первом этаже. Соорудили такой мосток, чтобы можно было переходить. А вечером вчера залили вторую половину. Ну и в итоге сегодня вот с утреца все долили окончательно. Спуск у нас там в бассейн и техническую зону. Так, ну, если все вам понравилось, друзья, подписывайтесь на канал, делай то, делай это. С вами был Ким, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, до скорого.